Всем моим зрителям огромный привет! С вами снова я, Юлия, и вы на моем канале. Это видео хочу начать с обзора посылки, которая мне пришла с AliExpress. Что же у меня тут имеется? Значит, блоки бафы, 10 штук они шли, очень хорошие, упругие, уже ими работала, очень понравились. Дальше, бульоночки, ссылочки на все я оставлю в описании, они металлические, не стираются, не облазят, они, как вы видите, как бы магнитные, поэтому очень удобно работать ими. И вот такая вот кисть для вензелей. Я ее, наверное, буду немножко подстригать под себя. В следующем видео покажу, как это делаю. И вот такие вот треугольнички. Сюда удобно стразики, бульоночки, разную всячину, присыпочки всякие, когда вы работаете с клиентом, вот над пальчиком присыпаете, и потом все излишки можно аккуратненько в баночку либо в пакетик пересыпать обратно. Поэтому тоже заказала две штучки. В общем, они аккуратные, маленькие, симпатичные. И дальше вот такая вот коробочка, прозрачная, пластиковая, очень вместительная. Ее можно, так как для кисточек, для всей декоративной, вот как у меня кисточки, для бульоночек, для всяких глиттеров. Ну, в общем, она очень вместительная, очень удобная в применении. И думаю заказать еще парочку себе. Все ссылочки оставлю в описании под видео. А сейчас очень простой дизайн мы будем делать. Для начала я подготавливаю ноготок, затем перекрываю, допустим, базовым покрытием и затем камуфляжным. Ставлю в ламп. После того, как наш камуфляжик подсох, мы убираем липкий слой. Тем временем я уже сделала несколько нарезок слайдеров. И сейчас будем делать очень простой и симпатичный дизайн. Мне понадобится ватный диск, смоченный водичкой. И вот так вот промакиваем. После того, как наш слайдер хорошенько пропитался водичкой, мы вот таким вот образом убираем бумажечку снизу и выставляем наш слайдер на ноготок. Можно, конечно, это делать ровнее, чем у меня. На данном этапе я беру пилочку и по торцу убираю излишек слайдера. Затем мы можем даже пройтись чуть-чуть салфеточкой, смоченной в обезжиривателе. И на данном этапе я перекрою базой для лучшей носки. Ставим в ламп. После того, как наша база подсохла, мы убираем липкий слой с нее. И при помощи тонкой линярной кисти и гель-краски черной мы дорабатываем наш дизайн. Можно даже немножечко просушить в лампе. Достаточно несколько секунд для промежуточной просушки. Опять ставим в лампу.
сушим в лампе и затем перекрываем матовым топом. В лампу. Тем временем я уже подготовила второй ноготок, перекрыла камуфляжем, сняла липкий слой. Сейчас беру уже смоченный слайдер водички. Когда прикрепили, мы убираем излишки пилочкой по торцу. Перекрываю базой. Ставлю в лампу. База наша подсохла, мы убираем опять же липкий слой с нее. В лампу. В лампу. Вот такие вот дизайны у нас получились. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, ищите меня в Инстаграме и до скорых встреч. Пока-пока!